Здравствуйте, дорогие друзья и зрители канала, с вами Кристина. Мы продолжаем играть в нашу игрушку Life is Strange, вторую часть. И что ж, мы сейчас приехали, значит, на этот рыночек посмотреть, что у нас здесь продают. И можно осмотреться немножко. Здесь у нас упакованные елочки. Сколько елок можно продать в таком маленьком городке? Очень красиво все выглядит. Такие аккуратные, милые елочки. Вау, здесь какие-то горшочках подарочных. Пока каждый хотел купить искусственную елку, но мы не сдавались. Так. Может быть, можем только взглянуть на него. Но он отошел. А это потенциальный покупатель. Да. Вроде как все мило, но ему до сих пор кажется, что он здесь чужой. Не знаю, с чем связано это. Вот это да. Гигантская машинка по производству презервативов. Что? Правда? Презервативов, действительно. Ха, ну так... Так написали. Это машина для обмоточки елок. Так, значит, придется укротить. Боже. Значит, Даниэл любит еще не самых... плохих снеговиков. Якобы он такой плохой, да, снеговичок? Ну, не знаю, на мой взгляд, так очень даже миленький. Угу. Они выбирают елочку. Ведь у меня больше нет денег. Я бы купил подарок для Клэра Стивена. Похоже, кое-кто любит орешки. Ну, это, видимо, для белочек. Ну, может, нам хотя бы займут денег? Это семья. Ну, не знаю даже. Это он ничего... Никак с ним не поговорить. Какой-то мужчина здесь тоже стоит. Выбирает. Или продает. Приятно выйти из дома после недельного заточения. Ух ты, фотостенд. Вау, тут тот, кто нарисовал это, был явно пьян. Угу. Дорогой Санта, мы хорошо вели себя в этом году. Пожалуйста, объясни, что за фигня происходит. Ого, это йо-йо? У Дэниела была такая игрушка. Ему стопудово понравится. Здесь все совсем не так, как в Сиэтле. Даже не знаю, смогу ли я привыкнуть. Да. Надо привыкать. А у нас сколько там, значит... 9. У нас есть 9 долларов. Но мы не сможем позволить себе эти рождественские венки. Здрасте. У вас тут классная коллекция. Спасибо. Я их все сама сделала. Ого. Наверное, трудно их делать. Да, особенно с учетом того, сколько денег они стоят. Как так? Другая работа. А у вас... Есть другая работа. Само собой, я бы не протянула месяц, только продавала всякие штучки здесь. Торговый центр ловил покупателей. Как с ним тягаться? А люди еще удивляются, почему у нас безработица. Да, это очень плохо. Но тут ничего не поделаешь, так ведь? Я предпочитаю верить, что решение есть всегда.
Сколь бы досадна ни была эта мысль, впрочем, хотя наверняка есть дела поважнее, чем слушать, какая-то тетка вещает про проклятый капитализм. Да не, все в порядке. Ну, все равно спасибо, что выслушал. Приятного тебе дня. Может быть, вы сделаете нам небольшую скидку? Это явно мне не по карману. Нет. Всем привет. Мы отлучились на годик, чтобы сбежать от копов. И Дэниел освоил телекинез. Ага. Офигеть. Мы продаем только местные товары, ручную работу. Эй, здрасте. Доброе утро, молодой человек. Приятно видеть новое лицо в нашем городке. Спасибо. У вас тут очень крутая ярмарка в маленьких городках. Так, у кого ты живешь? Не успела немножко там прочесть. Что-то он сказал про маленькие городки. У Рейнольдсов? У Эриксонов в отеле? Ну... Так, я не знаю даже. Ну, давай так скажем. У Рейнольдсов. Стивена тут все знают. Он когда-то давно был начальником пожарной команды. А ты часом не его внук? Я не знаю, стоит ли об этом говорить. Ну, в общем-то, да. А, нет, да, это... О, здорово. Он рассказывал про тебя, но очень давно. Ты несколько лет не приезжал, верно? Ага. Семейные дела. Понимаю. В общем... Ты осмотрись, если что-нибудь приглянется. Я сделаю тебе особую скидку, как внуку родница. Правда, может быть, ниже цен, чем у нас, нет нигде. Ой, ничего себе, подошли, таки меня оттолкнули. Может быть, мы сможем купить это? Нет, посмотрим что-нибудь еще. Тут печеньки. Ох, странно видеть это изобилие после месяца сплошных равиоли. Сидр. Может, купим и попьемся сидора? Папа бы приготовил отеле на Рождество. Неплохо выглядит. Неплохо. Думаю, у Дэниела уже полно сломанных игрушек. Впрочем, я так понимаю, что купить сможем мы только здесь что-нибудь такое. Подождите-ка, здесь? Жаль, нам нельзя прийти и послушать. Это про хор. Мы уже такое читали. Сейчас будем рисовать. Сделаем вид, что мы отличные художники. Доставай карандаш. Так. Сделаем пару набросков. Просто великолепно. Так. Прошу прощения, что отвлеклась. Мне нужно рассмотреть предмет получше. Угу. Так, понял. Отлично, прикольно, местечко. Все? А, симпатично, можно добавить детали. Нет, он еще хочет. Я уже налюбовался, теперь можно рисовать.
Интересно, ну, над простым карандашиком. Угу. Так, вот так. Я все время забываю двигать мышью. Ну-ка, все. Вроде бы неплохо получилось. Так, ну это девушка с гитарой. Судя по ее виду, она явно не местная. Круто. Ну какой-то вид у нее. Она решила не успеть. Ого, ты дослушал песню до конца? Надо же. Ты запал на меня, что ли? Что? Нет, я... Нет, то есть я песню очень прикольная просто. Чувак, расслабься. Я рада, что ты дослушал. Обычно люди мимо проходят, им плевать. Да, классно она выступила. Мне очень понравилось. Я же сама заслушалась. Так, классный голос. Маленький городок. Ну, нам надо с ней завязать разговор, я так понимаю. В маленьких городках люди не привыкли к уличным музыкантам и всему прочему. Ага, немного к чему не привыкли. Особенно видеть новые лица на улице. Ну, спасибо за песню и удачи тебе. Ну, бывай. Мне кажется, что может быть, мы еще с ней сдружимся. Мне кажется, что они могли бы быть хорошей парой. Мне кажется, что она такая же... А, еще выступаю на свадьбах и в барах. Есть желающие? Эй, это не деньги, но сейчас они нужны тебе больше, чем мне. Дал ей доллар. Ну, впрочем... У нас еще осталось немного денег. Посмотрим, что мы вообще сможем купить. Да, это плохо, но... Дэниел тоже заслужил подарок. Верно? Здесь все совсем не так, как в Сиэтле. Даже не знаю, смогу ли я привыкнуть. Но это мы уже читали. В общем, да... Вот только здесь мы сможем приобрести подарок. Они тут стали. А снеговичок, бобер за 9. Мы не сможем купить снеговичок. И вот такой вот мишка. Мне очень нравится вот этот мишка. Так что купим его. Да? Эй, а можно мне купить такого? Медведя, конечно. Это наш главный хит года. И, конечно, тебе положена скидка. Честь воссоединения семьи Рейнольдсов. Ого, вот это круто. Спасибо. Так, и заплатим. Вот. Спасибо.
спасибо. Что-нибудь еще? Нет, не хватит. Приятного тебе дня. Да, вам тоже. Спасибо. Мы заплатили $6. Никакой скидки. Он столько и стоит, 6. Смотрите. А, нет, доллар сделал скидку. Он стоит 7, он взял 6 у нас. Ну, хорошо. Ладно. На первый раз прощаем, как говорится. Ну что, нашел, что искал городской? Эй, да. Кое-что для младшего брата. Ты купил своему брату подарок. Здесь? Черт. Бедный пацан. Прости.